Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за Джек Рассел терьером. Умные, энергичные, жизнерадостные Джек Рассел терьеры – идеальные питомцы для активных людей и больших семей с детьми подросткового возраста. Представители породы не мыслят своей жизни без постоянных физических и умственных нагрузок. Эти собаки никогда не дают своему владельцу заскучать. Прежде чем завести такого питомца, необходимо тщательно изучить все нюансы ухода за ним. Итак, представляем вам 5 особенностей содержания Джек Рассел терьера. Как мы уже сказали, Джек Рассел терьеры очень активные собаки, и они нуждаются в регулярных физических и умственных нагрузках. При недостатке тренировок представители породы становятся упрямыми и непослушными. Гулять с Джек Рассел терьерами рекомендуется минимум по часу, 2 раза в день. В каждый выгул необходимо включать элементы игр и дрессировки. Многие владельцы представителей породы берут своих питомцев с собой на утреннюю или вечернюю пробежку. Джек Рассел терьеры бывают гладкошерстными и жесткошерстными. Также у представителей породы существует третий промежуточный тип шерсти – брокен. Гладкошерстных Джек Рассел терьеров достаточно расчесывать 1 раз в неделю специальной щеткой. Жесткошерстных Джек Рассел терьеров и собак с типом шерсти брокен помимо расчесывания необходимо регулярно водить на триминг. При содержании любого типа Джек Рассел терьера также важно не забывать об уходе за ушами, глазами и зубами питомца. Джек Рассел терьеров необходимо воспитывать с самого детства. При отсутствии ранней социализации и дрессировки во взрослом возрасте эти собаки могут стать очень упрямыми и даже агрессивными. Джек Рассел терьеры обладают высоким интеллектом и за счет этого хорошо поддаются дрессировке. Из-за ярко выраженного охотничьего инстинкта Джек Рассел терьеры плохо уживаются с другими животными. Особенно это касается грызунов. Представители породы известные крысоловы. В отношениях с другими собаками Джек Рассел терьеры всегда пытаются доминировать, из-за чего нередко случаются конфликты. Однако, если Джек Рассел с самого детства рос домашним животным и хозяин уделял его воспитанию достаточно внимания, скорее всего, между питомцами будут теплые, спокойные отношения. Питание Джек Рассел терьеров должно быть сбалансированным и разнообразным. Специалисты рекомендуют кормить взрослых представителей породы 2 раза в день, утром и вечером. Менять воду в миске питомца необходимо 2-3 раза в неделю. Из натуральных продуктов этим собакам больше всего придутся по вкусу суп-продукты, говядина, курица и творог. Джек Рассел терьеры – животные, которые требуют особого ухода. Однако нюансы содержания этих собак точно не станут сложностями для истинного ценителя данной породы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!